60 лет на службе науке и образованию. Чебоксарский кооперативный институт, филиал Российского университета кооперации, отмечает юбилей. Большую дату здесь встретили расширенным заседанием ученого совета, а гостей праздника удивили мастер-классами и презентацией современных аудиторий. Праздник прошел по-семейному. Главу Чувашии встречали замысловатыми блюдами чувашской кухни, над которыми колдовал студент кооперативного института Александр Ганиашвили. Но не хлебом единым. Гостей ждали увлекательные мастер-классы. От секретов криминалистики, 3D-моделирования до банковских услуг. Здравствуйте. Банковские услуги. А, тут миллионеры, да? Тут миллионеры, тут детектор валют. Его можно слышать бесконечно. Ребята определяли подлинность купюры, проводили экспертизу качества продуктов. И такие насыщенные занятия здесь проходят регулярно, в том числе в рамках профпроектов «Один день в кооперативном» и «Суббота в кооперативном». Именно здесь, в современной коворкинг-зоне, абитуриенты могут прочувствовать вкус профессии. За свою 60-летнюю историю вуз сыграл весомую роль в истории создания и развития системы высшего образования Чувашии. Стал научным центром и кузницей кадров для 50 тысяч специалистов. Ежегодно мы обновляем наши образовательные программы в соответствии с потребностями наших кадровых партнеров, то есть предприятий, организаций. Качественное образование дает путевку в жизнь. Сегодня здесь реализуются программы среднего и высшего профобразования, направление подготовки кадров в аспирантуре, программы дополнительного профессионального образования. Вы, с одной стороны, чтите традиции, с другой стороны, их развиваете, ну и, конечно же, это делаете на уровне самых современных стандартов. Институт отмечен благодарностью президента Российской Федерации. Мы убеждены, что впереди еще очень много наград. Коллектив идет в ногу со временем, душу и сердце вкладывая в свою работу. Как итог, заслуженные награды и слова благодарности – это приятная страница летописи вуза. Людмила Майкова, Михаил Солин, Вести Чувашия.